Всем привет! Вы смотрите канал «Досуг в Абакане», меня зовут Игорь. Мы находимся на стадионе «Стояны». Мы пришли на вот это мероприятие, это «Симфония в джинсах». И наконец-то мы дождались, когда же этот замечательный концерт пройдет на большой сцене. Коллектив Республиканской филармонии несколько лет вынашивал идею провести этот концерт на стадионе «Стояны». Все дело в том, что зрители не раз и не два говорили о том, что им хотелось бы потанцевать, оторваться, вот эти эмоции, да, выплеснуть, потому что на концерте бешеная энергетика. И прямо сейчас, вот буквально осталось полчаса для того, чтобы все началось. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea, that my heart is gone vacant. Everybody was close to me, all stayed on dry. Итак, мы уже на стадионе, народ собирается. Пока мы ждем начала концерта, я вам немножко расскажу об этом мероприятии, точнее о «Симфонии в джинсах». Первый концерт «Симфонии в джинсах» прошел в декабре 2018 года. И это уже 48-е мероприятие. Самое масштабное, самое ожидаемое событие этого лета. Итак, давайте подойдем и спросим у кого-нибудь, почему они сюда решили прийти сегодня. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Соня. Соня, вы уже были на концерте «Симфония в джинсах»? Нет, первый раз. А вы слышали про это вообще мероприятие? Да. Друзья говорили, что очень круто. Девчонки, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы уже были на концерте «Симфония в джинсах»? Нет, первый раз. Впервые. Слышали что-нибудь про это мероприятие? Афиши видели, да. А, то есть друзья, знакомые ничего не рассказывали? Нет. Первый раз сейчас будет? Первый раз. Ну все, отлично. Но очень интересно, да, очень уже интересно. Энергетика захватывает, все нравится пока. Вот, круто, спасибо, девчонки, спасибо. Здравствуйте, мы хотели спросить, вы уже бывали на «Симфонии в джинсах» ранее? Да, бывало, очень нравится. А какая песня вам особенно нравится? Можете вспомнить? Ну вот так, наверное, затрудняюсь сказать. Вообще, это много мне композиций, которые к душе, поэтому вот пришла еще раз. Спасибо, спасибо. Здрасте, родные! Как давно мы с вами не виделись? Как же вы соскучились! А вы соскучились! Целых долгих 3 года мы шли к этому. Мы собрали лучшие хиты и собрали лучших людей. Это мое оценочное мнение, но если вы с ним согласны, поаплодируйте! В общем, поехали! А вот такой улов получился на входе. Нельзя было проносить с собой воду. Видите как? Я помню, в свое время мы наливали, чтобы на стадионе, но теперь, видимо, это уже в прошлом. Улов-то чей? Каждый свое забирает. Каждый... А, можно назад забрать, да? Love it like a lover should. So fine.
Итак, во время небольшого затишья мы решили узнать у наших зрителей, как им концерт. Скажите, как вам концерт? Ваши эмоции? Отлично! Девчонки, как вам концерт? Просто бомба! Я так люблю рок! Супер, отлично, спасибо! А как вам концерт? Супер, мы второй раз нынче. Очень нравится. Спасибо. Просто замечательно. Так, ну сейчас вот все спокойненько. Сейчас вот тихо, успокоились, сейчас будет песня. Слова, которые вы все прекрасно знаете, которые вы все всегда поете. И вот, значит, надо обняться сейчас. Давайте вот прям все, давайте обнимемся. Все обнимемся. Все трибуны, все в один большой единый организм обнимемся. Мы сейчас с вами попробуем немножечко про любовь. Наши доблестные операторы мне помогут. Они сейчас будут брать в кадр какую-нибудь пару, сидящую на трибунах или стоящую в зале. Если вы видите себя на экране, надо будет поцеловаться. Они обещали брать разнополые пары. Так. Давайте, чтобы я вас тоже видел. Очень сложно оценивать, так это или нет. Давайте посмотрим, какие мы красивые. Так, а теперь давайте показывать пары. Так. А поближе, прям поближе можем? Или это максимум? Во-во-во! Видите все? Целуйтесь! Что сидите-то, ну! Так. Это рок-н-ролл, детка! Классная татуха! Так. Ну вот он, вот он! Да! Он не знает, кого из них целовать, да. Будем еще кто-нибудь? Да, так. Вы привлекаете внимание, операторы с удовольствием будут обращать внимание на тех, кто машет. Да, вот. О, они не ждали вообще сразу. Да. Класса. Здорово. А сейчас поаплодируйте те, кто ходит в филармонию не только на симфонии в джинсах. We'll be right back.
Итак, давайте еще спросим, как настроение, как эмоции. Девчонки, мы уже вам задавали вопрос. Расскажите, как вам концерт? Все замечательно, просто отлично. Какая ваша любимая песня из... Вообще не помните? Мне все нравятся. Все, спасибо. Скажите, пожалуйста, как вам настроение, как концерт? Супер! Супер, какая... Ой, а я их преподаватель. Они сегодня защитили диплом, да, а я сидела у них в комиссии. Все получили пятерки. Все. Да, все получили пятерки. С вами большие молодцы! Мы чемпионы, друзья!